Всем привет! Меня зовут Аня Сегеда, я инструктор компании «Формула Профи». Сегодня я покажу, как нарисовать тюльпаны нашими гель-красками из коллекции «Краски мира». На базу наносим черный гель-лак номер 420, полимеризуем 1-2 минуты. Затем наносим гель-лак «Кошачий глаз» номер 15, магнитом создаем блик и полимеризуем. Акриловой гель-краской «Краски мира» номер 2 рисуем бутоны тюльпана. А номером 6 и 10 – стебель и листья. Сушим в лампе 1-2 минуты. Поверх рисунка делаем тонкие прорисовки гель-краской номер 1. Полимеризуем. Закрепляем дизайн ультратопом. Сушим. Аналогичный дизайн можно сделать на остальных ногтях. Материалы «Формула Профи» вы можете заказать в нашем официальном интернет-магазине formulaprofi.me. Все ссылки на продукцию в описании по данным видео. Подписывайтесь на наш канал и задавайте вопросы. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч!